Привет. Привет, друзья! И сегодня мы с вами будем делать офигенную просто самоделку. Основным компонентом данной самоделки будет старый мобильный компрессор 12 вольт. Он у меня сломался, оказалось, что просто как бы ушла смазка из поршневой, я его заново смазал, он работает. Вот здесь было отверстие впускное, в которое сама поршневая засасывает воздух. Я вклеил небольшой пластиковый патрубок от капельницы. Также нам еще понадобится баночка. Любая баночка, допустим, в центре мы делаем отверстие и вклеиваем также переход от капельницы. Я вклеил на эпоксидку. Держится замечательно. И шланжик также одевается замечательно. Я перебрал несколько 12-вольтовых блоков питания. Остановился на самом простом, что у меня есть. Это просто зарядное устройство для аккумулятора. Вот такое. Я хотел попробовать пропитать в вакуумной камере вот такие наши эти ручки, которые мы точили на стриме в токарке. И вот эти штукенцы мы будем пропитывать. Профессионального полимерной пропитки у меня, к сожалению, нет. И купить я не смог. Наш насос мы закрепим на платформе из фанеры. Это по факту макетная установка, чтобы разобраться, будет ли он вообще создавать какое-то давление в данной банке. Ну и посмотреть в дальнейшем, как это будет выглядеть. А так сейчас прикрепим на саморезы. Как и сказал ранее, питать я буду от автомобильной зарядки, которая может удавать от 6 до 12 вольт. Ну и можем попробовать, будет ли он работать. Вакуум дает прям. Попробуем. Пропитывать я буду акриловой тонизирующей пропиткой и защитой для дерева. Короче, я не знаю, это единственное, что я нашел у себя из акрила, который можно применить по факту, согласно как бы интернета. А так нужна специальная пропитка на кролл, на основе полимера. Наши пациенты всплыли. Сейчас забьем клинышек какой-нибудь, чтобы жестко зафиксировать. Да, в любом случае это тест. Все, что в новинку, то интересно. И смотреть. Ага. Он у нас сразу хлебнул. Мы укоротили наш выход, патрубка. Поэтому еще раз тестируем. Начнем, наверное, с 6 вольт. Попробуем добавить на минутку и посмотрим на результат. Ну да, структура начала пениться. Я так понимаю, она проникает вовнутрь. Опять добавил сильнее давление. Банка все-таки подсасывает. И он тут же начал пену, видимо, собирать. Ну да, пена поднимается. Я еще в таком формате погоняю ее 3-4 раза. И вот спустя сутки мы снова с вами находимся в этой баночке. Данный стенд я собирал лишь для того, чтобы посмотреть на то, как она сильно пропитается и сколько в себя впитает дерево. В первую очередь откроем, посмотрим, что у нас там получилось спустя сутки. Я еще вчера ближе к ночи включал пару раз его и сегодня утром и в течение дня также прогонял. Самое интересное, что пропитка ушла где-то, если, конечно, это не опустилось, точнее, не поднялось дерево. Нет, дерево в распор, пропитка упала сантиметра, наверное, на 2, то есть все это, значит, дерево впитало, потому что оно было не просто сверху, а оно было прям закрывало вверх. Поэтому, я думаю, впитало неплохо. Сейчас будем сливать обратно в канистрочку с этой же пропиткой. И посмотрим. Ну, я думаю, сегодня смотреть бессмысленно, так как дерево все равно придется сушить. Как-то оно впитало местами. Ладно, это надо будет все равно бросать на пару дней на трубу. Радиатор, чтобы оно все сохло. По цвету больше напоминает, как будто в грязи повалялось. Оно как бы само по себе цвет странный. Это вроде написано, что что-то там венге. Я не знаю, я покупал летом еще эту пропитку в Леруа. Пропитывал ей лавочку. Ну, в любом случае, мы сделаем пару торцевых спилов и здесь, но это уже не сегодня, пусть подсохнет. Вот они непосредственно,
наши пенечки. Они приобрели такой коричневый цвет слегка. Сейчас я поменяю объектив на зум и будем смотреть уже вблизи. Итак, как и говорил раньше, вот они наши пропитанные деревяшки. Сейчас мы сделаем небольшой радиальный спил и посмотрим на глубину пропитки. В целом цвет дерева изменился. К примеру, это береза. И внутри оно стало более темное. Вот его спил. Есть сразу видно какие-то подтеки, потому что через этот спил, который пропитывался, я думаю, он все равно набрал в себя что-то по волокнам, так сказать, вверх. Про саму структуру дерева невозможно ничего судить, потому что, как я и говорил ранее, это всего лишь пропитка декоративная, какая-то там защитная. Вот. Это дерево я не помню. Ну, судя по всему, как мы уже начали работать, я понял, что это не вишня. Как я говорил, вишня. Скорее, какая-то осинка или что-то такое. Но вот здесь спил прям стал коричневый. Такой светло-коричневый, потому что изначально дерево было прям белесое. Белое-белое. Ну и здесь тоже самое, есть подтеки. По волокнам опускалась пропитка. Как бы судить о том, что о чем мы вообще сейчас разговариваем, скорее всего, просто по производительность, про давление. Ну, производительность может быть хреновая лишь из-за того, что банка все равно подсасывает из-под крышки. Туда надо будет сделать какую-нибудь силиконовую прокладку, тогда будет прям замечательное давление. Но, тем не менее, опять же. Короче, когда мы купим специальную пропитку, не пропитку, когда мы купим именно стабилизатор древесины, вот тогда мы и испытаем в деле нашу баночку вакуумную. И тогда будет интересно, как это будет вообще все выглядеть.